человек не сможет сделать достойный аудиосюжет всем. Но каким-то лядом в видеохостинге он крут. Теперь попроще. Сколько аудио человек сможет сделать аудиосюжетов? Ну 100, и это максимум. А сколько делает сюжетов оператор, он же видеоинженер, он же продюсер, он же ведущий? 5000 сюжетов. Давайте проверим и скажем, что таких кренделей по миру ну максимум 1000. Тогда какого хрена вы аудио рядом губите то, над чем работал человек, а? А теперь думайте, господа, и извините, иногда вам придется выслушивать другие композиции, потому что, извините, сори, я уже, используя то, что купил собственным трудом, озвучу. Как бы не хотели наши ненаглядные псевдоправители-чудители, но желание жить достойно, сформированное не за год 2007, год выдачи кредитов направо и налево, а за 10 лет, с того момента, когда мы поняли, что копить смысла нет, а надо жить, а не существовать, и у нас отбить год 2009 не удалось. И даже подарок году новому 2010 в виде абсолютно идиотского и грабительского транспортного налога не может омрачить наше желание жить в теплой компании и посылать подальше правителей и предаться общению с многострадальными, но не унывающими друзьями. При грамотном подходе к организации праздника, кстати, страдать от преждевременной кончины средств в кармане в кафе «Салтан» вам не придется. Вообще, так же, как и страдать с похмелья. Продукты здесь все, включая алкоголь, свежие и проверенные, цены умеренные. А вот порции наоборот. Да и кардинально новый подход к обслуживанию клиента. С целью клиенту понравиться, то есть вам, любимому, угодить, а не вытянуть содержимое кошелька и не выпнуть веселую компанию после 11, что позволяет веселиться по душе и не по-детски, беззаботно. Что, опять кушать будем? Да, будем кушать. Это ничего, что в смс-сообщениях уже на различных телевизионных каналах мне прилетают поздравления, типа, ну, Чилекин, хватит есть. Есть не хватит, потому что холодно скоро. Вот это исключительно мужицкий хаш. Я погорячился и треснул аж две тарелки. Через 15 минут даже уши трещали у меня от переизбытка энергии. И, кстати, томленное, а не жареное, диетическое и весьма калорийное блюдо рекомендуется тем, кто весь целый день рабочий будет проводить на улице. А учитывая серьезную долю чеснока, без которого вкусно, но не так, грипп и ОРЗ будут стороной обходить вас и вашу компанию. Теперь о том, что обещал показать. Вот он праздник, и вот так веселятся и женщины на традиционном восточном празднике. И такие праздники в кафе «Салтан» готовы устраивать хоть каждый день. И в каждый день недели, и в каждый час кафе «Салтан» рада встретить вас!